Бесперебойное тепло пришло в квартиры жителей микрорайона Бахчеванджи. В августе 2021 года здесь состоялась закладка капсулы под строительство новой блочно-модульной газовой котельной. Этого события жители микрорайона ждали не один год. Строительство новой котельной и замена тепловых сетей позволили уйти от ведомственных источников теплоснабжения и обеспечить центральное отопление и горячее водоснабжение 54 многоквартирных домов, детского сада, школы и поликлиники. Котельная была запущена в ноябре прошлого года и уже работает в штатном режиме. Мощность ее составляет 25 мегаватт. Важный для жителей проект администрации округа удалось реализовать благодаря поддержке губернатора Подмосковья. Сейчас она вырабатывает тепла порядка 15 гигакалорий в час на все дома. То есть это отопление и горячее водоснабжение жилых домов. Котельная функционирует в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Все данные о работе, оборудовании и аварийные сигналы передаются на централизованный диспетчерский пункт. Температура теплоносителя регулируется в зависимости от разработанного температурного графика. На улице минус 10, поэтому это средняя мощность сейчас выбрана. Работает в штатном режиме, в работе 4 котла, 3 сетевых насоса. Благодаря новой котельной жители микрорайона Бахчеванджи снова почувствовали тепло и уют в своих домах. До строительства новой котельной было много нюансов по теплу. Вот. А когда новая котельная вошла в строй, вот, было проделано много работы, было много замен подземных коммуникаций и стало лучше. Минус 10 градусов, вот, ну, у нас в квартире около 20-22 градусов температура. Тепло и комфорт в наших домах – приоритетная задача. Все вопросы, связанные с теплоснабжением, находятся на контроле администрации и оперативно решаются. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.